Северное рядание. Пригород Куинсби. Итак, поприветствуем наших героев. Юстаса Хэтуэя и Нотиса Дарвина. Знаменитые специалисты в области паранормальных явлений и сверхъестественной активности. Столько чертовщины, загадочных явлений и неразгаданных тайн им довелось встретить. Но сегодня мы поговорим о странностях нашего любимого пригорода Куинсби, а именно горе Джахал. Ну что ж, начнем. Ну что, начнем с того, что я не очень-то хотел идти на дело. Да и погода была не ахти. Но Норрис завалился ко мне в квартиру, и мне сложно было ему отказать. И мы отправились. Ах, да, забыл. Что? Наггетсы. Наггетсы? Да. Перед выходом я съел парочку наггетсов. Ну, это так мило. Наверное, ваша жена готовит вам по утрам. Моя жена умерла. О, Господи. Знаете, всему виной эти чертовы наггетсы. Она любила их кушать каждый день. Знаете, она их любила, наверное, даже больше, чем меня. Вы можете себе представить, что родная женщина любит чертову птицу больше, чем своего любимого мужчину? А? Ну ладно, к черту эти сопли. Теперь о деле. Это было около 6. Аппаратура была полностью заряжена. И мы были готовы встретиться, да хоть с самим дьяволом. Харрисон, да. Выглядел довольно-таки странно. Отдел паранормальных явлений и сверхъестественных активностей. У нас к вам пара вопросов. Да, я вас слушаю. У нас есть к вам пара вопросов. По нашим сводкам, здесь творится что-то странное. И я горю желанием не
немедленно узнать, так что рассказывай. Слушайте, старик, далеко. Старик, там, нет, он старик. Старик, все как я, вообще далеко. Мне все ясно, Юстас. Нам надо идти дальше. Прекрати свистеть. Давай лучше найдем этого старика. Да. Согласен. Пять лет назад здесь случилось непоправимое. Погибло много народу. И нас с моим напарником отправили сюда, на это самое дело. Недавно мы встретили одного паренька. И он нам поведал, что здесь живет какой-то старик. Он может нам рассказать всю правду об этом деле. Господи, Норрис, иди сюда! Да что, я узнал что-нибудь? Пока ничего. Конечно, мы туда пойдем. Нам нужны факты, только факты, поэтому идем. А, сейчас идти опасно. Слишком полная темнота. Как считаешь, что передать? Можно у вас переночевать, мистер? Шеферсон. Меня зовут мистер Джеймс. И, кстати,
если честно, особо ничего не могу. Сам я сплю просто на улице, на голой земле. Но вот тот камень, я думаю, вам вполне подойдет. Ну, спасибо, мистер Джефферсон. А то вот порешим. За хрень? Нори, что за херня? Где мы находимся? Скажи мне. Мы в клетке. Да, это место, оно было, прям так скажем, не очень-то приятным. Да я там чуть штаны не наложил. О чем ты вообще? Ну, оно было реально стрёмное. О боже, Норрис, я не знаю, где мы. Подери. Надо по-быстрому свалить отсюда. Да. Точно. Перелезаем. Вот эта гора. Надо бы нам наверх залезть как-нибудь. Сейчас я попробую. Теперь я попробую. Уходим, Норрис. Здесь небезопасно. Как ты? Да черт возьми, даже не буду спрашивать, как ты выжил. Валим отсюда.
Да вот, мы его и уделали. Прижучили этого старикана. Да, ему крышка. Он откинул копыта, ребят. Да опять, Харрис. Ему хана. О, уже полпятого. Обычно с Норрисом в это время мы сидим в местном пабе и пропускаем по пару кружек дафа. Мое любимое пивко, кстати, однозначно. Еще бы. Поэтому либо вы покупаете нам свеженького дафа, либо мы идем к черту. Ну, вам решать. А быть может, мы продолжим. Кто знает. Все.